Был когда-то недалеко от большого города маленький городишко. Через него проходила дорога. В этом городке жили те, кто хотел, чтобы их оставили в покое. Знаете, у нас было массовое убийство какое-то время назад. Многие думают, что город заколдован. Что ж, я закончил все свои дела в этом городе и поеду своей дорогой. Вы прямо сейчас пойдете со мной и взглянете на кое-что интересненькое в нашем морге. Это серийное убийство. Как насчет того, чтобы написать вместе книжку об этом, вы и я? Откуда ты взялась? Шла по дороге. Ты прошел мимо меня. Можешь звать меня Ви. Ви, красивое имя, а настоящее? Привет, Бобби. Это Холл Балтимор, писатель. Присядьте. Что вы знаете? Ясно, что это работа серийного убийцы. Этот парень Фламинго, он на них дурно влияет. Я хочу узнать правду. Будут последствия. А у меня есть выбор? Расскажите мне всю историю. Между. Вот, погодите, вы будете сильно удивлены.